Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Эти строчки знает каждый ребенок. Не нуждается в особом представлении и герои из сказок Пушкина. Ведь золотую рыбку и мудрого кота все знают с детства. Проведение увлекательных конкурсов в клубе «Книжник» стало традицией. Совсем недавно жители города могли любоваться рисунками с изображением сюжетов из мордовских сказок и городскими пейзажами. В этот раз маленьким художникам предложили вспомнить сказки Пушкина. Мне нравятся сказки Пушкина, это как, ну, о рыбаке и рыбке. Мне очень нравятся сказки Пушкина, потому что я их читала еще с детства, мне постоянно на ночь их читала моя бабушка. Мне нравятся сказки, ну, я привык с самого детства, как бы, читал их. Мне нравится больше всего, мне кажется, «Попея, работники, обалдеть». О том, что будет изображено на рисунке, юные художники держат в секрете. А пока специально для них была приготовлена увлекательная викторина и вкусные призы. Мероприятие – это литературная викторина, в которой будут участвовать эти дети. Мы хотим таким образом как бы объявить новый конкурс рисунка. Новый конкурс рисунка, новый третий творческий конкурс рисунка, который магазин «Книжный мир» на Советской площади объявляет в этом году. Тема этого конкурса – сказки Пушкина. Тема очень обширная. По условию конкурса все участники будут разбиты на три возрастные категории. От 5 до 8, от 9 до 13 и от 14 до 17 лет. До 10 декабря каждый желающий может принести свой рисунок и поучаствовать в увлекательном конкурсе. Юлия Храмова, Максим Киякин, Вести, Мордовия.